Здравствуйте, друзья! Вы на канале Mystic Catch. Меня зовут Александр. И я изучаю английский язык с помощью приложения English Galaxy. Продолжаем изучать. Так. Урок 39. Проверка слов на изучаемом языке. Выберите правильный вариант перевода слова. Поехали. Копия. Копия. Copy. Падать. Fall. Есть такой сериал. The Fall. Падение. Fall. Падать. Пиво. Beer. 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 Банан. Banana. 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 Письменный стол, он же рабочий стол. Desk. 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 Все. Проверка слов на родном языке. Выберите правильный вариант перевода слова. Paper. Бумага. Paper. Paper. Бумага. Paper. А это чего? Килограммы? Кило. Кило. Ну, это явно килограммы. Кило. Кило. Новое слово. Кило. Then. Это затем. Есть then через a, это чем. А через i это затем. Then. Then. Potatoes. Картошка. Potatoes. Potatoes. З. Potatoes. Tree. Дерево. Tree. 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 Дерево. T-R-2-E. Tree. Tree. Wine. Вино. Wine. Так, matching. Закрепляйте изученные слова. Давай. Too. Too. Слишком. Wine. Wine. Вино. Then. Then. Затем. Tree. Tree. Дерево. Перемешать. Так, then. Затем. Too. Слишком. Tree. Дерево. Wine. Вино. Копия. Copy. Копия. Банана. Банана. Банан. Beer. Beer. Пиво. Desk. Desk. Письменный стол. Перемешали. Так. Банана. Банан. Банана. Beer. Пиво. Копи. Копия. Desk. Письменный стол. Paper. Paper. Бумага. Paper. Kilo. 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 Fall. Кстати, fall это еще осень. Fall. Fall. Падать. Fall. Potatoes. 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 Картошка. Fall. Fall. Падать. Кило. Кило. Paper. Бумага. Что там колет? Сволочь. Potatoes. Картошка. Так. Теория. Ознакомьтесь с важнейшими грамматическими правилами. Давай. Нужно запомнить следующие фразы с предлогами и устойчивые выражения. Это прям новые. Это вообще не было в его уроке. Ни кило, ни пейпа. Это новые все. A kilo of. Килограмм. А ну-ка, это что, тот урок? 39-й? Что там было в конспекте? 39-й урок.
39-й, ну тут не было этих. Ни кило, ни пейпа. Так, a kilo of. Килограмм чего-то. A kilo of. Stand up. Ну это встать, это понятно. On paper. На бумаге без артиклей. A kilo of килограмм чего-то. Stand up. Ну это легко. Встать. On paper. На бумаге без артиклей. A плюс кило плюс of плюс apples плюс яблоки. Я купил килограмм яблок. Я купил. I bought, то вторая форма. I bought a kilo of apple. A kilo of apples. I bought a kilo of apples. Of apples. Stand plus up. Он встал и затем он сел. Да? Он встал. Это stand, вторая форма stood, что ли? Или нет такой вообще stand? Spend, smell, sleep. У меня нет этого слова. Ха? А почему? А, это же stand, ну фиг знает где. Все равно нет. А, есть. Stand, stood, stood. Есть. Stand. Ну, это да, это stood. Он встал. He stood is a... А, он встал. Это he stood up. И затем он сел. Затем. And... затем then he sat down. Это вторая форма от sit. Да, sit, sat, sat. He stood up and then... And then he sat down. He stood up and then he sat down. Я написал это на бумаге. Это wrote, да, вторая форма. Write, wrote, written. Там, по-моему, было так. Он написал. He wrote это на бумаге on paper. I wrote it on paper. Все. Мы добавили новые слова из теории в ваш словарь. Вы можете добавить неизвестные слова в избранное. Выбрать все слова. Какие тут были новые слова? Ну, дерево. Хотя я уже видел его не раз, но вот именно дерево такое. Малознакомое. Tree. Первая буква T, потом RE. Paper. AE у нас. Гласные чередуются. Paper. Бумага. Банана легко. Банана. А ну-ка. Банана. Банана. Три буквы A. Fall. Понятно. Падать. Спад. Desk. Вот кило не было. Кило. Potatoes. Это мы знаем. Картофель. Добавлено 10 слов. Отлично. Продолжить. Уровень 1. Пазл на изучаемом языке. Составление предложения. Давай. Она отправила нам копию. Это send вторая форма, да? Она отправила. She sent. Не вижу это she. Вот она. She sent нам копию. She sent us a copy. She sent us a copy. Он сделал ошибку, это mistake. Вторая форма made. Make, made, made. Самое первое слово, что мы в жизни увидели. Made. А почему? Потому что made in China везде было написано. Made in China. Но мы его, как его читали? Made in China. Made in China. Он сделал ошибку. He made... A mistake. He made a mistake. He made a mistake. Он пил молоко. Пил. Drunk, вторая форма. Drank. Drink, drank. А вторая... А третья какая? Где это? Не... А, drink, drank, drunk. Третья, drunk. Drank, вторая. Он пил. He drank молоко
С артиклем молоко? Не, he drank milk. Какой артикль? He drank milk. Еда, вода без артиклей. He drank milk. А молоко это вода. He drank milk. Он пил молоко. Они продавали очень дорогие товары. Вторая форма от sell. Sold. Sold, да? Точно sold. Spell, не send, отправлять. Sell, sold, sold, да, да, да. Они продавали. They sold very expensive goods. Еще можно вместо goods slippers, по-моему. Товары тоже. They sold very expensive goods. Они продавали очень дорогие товары. They sold very expensive goods. Никто их не покупал, да? Он сел. Sat down. He sat down. Он сел. He sat down. Молодец. Отдохни. Где ты встретил ее? Где это... Where did you meet her? Так что ли? Where did you meet her? Where did you meet her? Did you? Я слышал это тоже. Можно в конце ида поставить или ту. Тут ту есть. Я слышал. Слух. Hear. А вторая форма. Head. Это ж head, да? Читается. Я слышал. I had it too. I had it too. I heard it too. Heard. O. Звук O. Heard. I heard it too. Heard. Она продала. Sell, вторая форма, да? Sell, sold. Есть тут такое. Sell, sold, да. Первое это sell продавать или on sale, допустим, на распродаже. She sold, то есть свой это ее дом, это she sold her house. She sold her house. She sold her house. Он пришел домой поздно, это late. Он пришел. Came, да, формы. He came at home late. He came home late. Я забываю эту фразу. At home – это дома. А come home – это пришел домой, без артиклей. Блин. He came home late. Он рассказал мне все. Он рассказал. He told me everything. He told me everything. He told me everything. Он написал письмо. Write, вторая форма, wrote. А третья, неважно. Он написал. He wrote письмо, a letter. He wrote a letter. Came home. Пришел домой. Came home. Далее. Он выпил немного, это сам. Some water. Он выпил. He drunk. Drank. Drink, drank, drunk. He drank some water. Немного воды. He drank some water. Они сделали несколько ошибок. Ну то опять сам. Они сделали. They made some mistakes.
They made some mistakes. У него был вопрос. У него. То есть он имел вопрос. He had, да? He had a question. He had a question. Have, had, had формы, да? Я отправил ей письмо. Send, вторая форма sent. Я отправил. I sent ей her письмо, a letter. I sent her a letter. I sent her a letter. И вот моя фраза, где я допустил ошибку. Он пришел. He came home. Поздно. Late. He came home late. He came home late. Элементарная просто фраза. Я забыл ее. Пазл на родном языке. Составление предложения на родном языке. Поехали. She sold. Это что у нас? Распродажа, да? Продавать. Cheap things. Она продала, она продавала дешевые вещи. Она продавала дешевые вещи. She sold cheap things. He bought, это покупать. He bought an apartment. Он купил квартиру. Он купил квартиру. He bought an apartment. Или apartment. Наверное, apartment. He bought an apartment. He bought an apartment. An apartment. He made too many mistakes. Он сделал слишком много ошибок. Он сделал слишком много ошибок. He made too many mistakes. This boy fell. Мальчик упал. Бывает. Упал и поднялся. Stand up, boy. Этот мальчик упал. This boy. Ведь упал же fell, правильно? Подождите. Fell. А то fall. Fall, fell, fell. Я забыл формы. This boy fell. Этот мальчик упал. This boy fell. I wrote, я написал email. Read, читать. Write, писать. Все верно. Я написал email. I wrote an email. I wrote an email. She put it there. Есть такая песня. Put in down. Put in down. She put it there. Она положила это там. Она положила это да, там. Она положила это туда, туда там. She put it there. She put it there. I met Matt, это meet Matt Matt, это я встретил ее в том месте. I met her in that place. I met, я встретил ее в том месте. I met her in that place. I met her in that place. I learned all these words. Я выучил все эти слова. Выучил уже? Красавчик. Я выучил все эти слова. I learned all these words. I learned all these words. He sold expensive clothes. Это одежда, да? Он продает, продавал. Он продавал дорогую одежду. Он продавал дорогую одежду. He sold expensive clothes. Clothes.
I sent her a copy. Я отправил ей копию. Отправил ей копию. I sent her a copy. Так, аудирование. Соберите предложение на слух. Пробуем собирать. He came to the party too. He came to the party too. Он пришел тоже на вечеринку. He came to the party too. Так. They drank juice. Он выпил сок. Они выпили сок. They drank juice. I had one interesting idea. У меня была интересная идея. Одна интересная идея. I had one interesting idea. I had one interesting idea. I bought some food there. Я купил немного... Я там купил немного еды. I bought some food there. I bought some food there. I put it here. Я положил это там. I put it here. Ну, или... А, here, это сюда, здесь. Так, тест. Составьте предложение, заполнил пропуск. Давай. Заполните верно пропуск. I learned. Это вторая форма от изучать. Да, я изучил английский онлайн. Уже, что ли? А, было бы Russian, да? Если был бы русский. English. I learned English online. I learned English online. How? Chinese. Chinese. Как? Did you learn? Да? Как ты изучаешь китайский? Никак. How did you learn Chinese? How did you learn Chinese? Как ты выучил? Тем более... Не выучил. He wrote... Тут и бук, понятно. Он написал, да, wrote. Он написал книгу. He wrote a book. Какую книгу он написал? Игры престолов. Stood up. Stood up. Что такое stood? Понятия не имею. Stood. Spell. Не знаю. Stood. I stood up. Я посмотрю. Я посмотрю, что такое stood. А, stand. Вставать. Вторая форма от вставать. Ну, тогда I stood up. Я встал. I stood up. I stood up. Хорошо. Я все. I everything. Я все. I didn't understood. Нет. Нет, там было бы understand. Understood. Я понял все. I understood everything. I understood everything. Я все понял. He up. Он вверх. Он вверх. Stood up, да? He stood up. Он встал. He stood up. Молодец. I bought car. Машину. Я купил машину. I bought a car. I bought a car. I bought apples. Я купил яблоки. Some apples. Я купил немножко яблок. I bought some apples. I bought some apples. She told. Она сказала мне это. Просто me, да?
She told me it. Она сказала мне это. She told me it. She didn't come that party. Она не пошла to that party. Как там было? Фраза устойчивая. To the party, на вечеринку. Тут направление имеется в виду. To. She didn't come to that party. Она не пошла на ту вечеринку. She didn't come to that party. Все. На этом мы заканчиваем. Всем спасибо, всем до свидания.